Так же, как и участники Великой Отечественной, они сражались и отдали жизнь за родных, друзей и родину, чтобы все мы жили в мире. 10 семей волгоградских военнослужащих, погибших в ходе военно-специальной операции, наградили государственными наградами – орденами мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в Триумфальном зале Музея панорамы «Сталинградская битва». Сыновья, братья, отцы и мужья – все они отдали свои жизни, совершили подвиги, чтобы восстановить справедливость и защитить то, что им было дорого. Юрий Святошов уже давно расстался с армией, но отправился на Донбасс добровольцем. Родителям сказал, что в командировку. Знал, мать не отпустит. Погиб героем. Он был очень спокойным, справедливым. Кстати, всегда защищал всех. Старший разведчик разведбата 20-й мотострелковой дивизии Карман Матниязов. Очень любил детей, но своих у него еще не было. Когда началась спецоперация, жене сказал, там его боевые товарищи, и он не может остаться в стороне. Отдал жизнь, спасая друзей. Спас троих сослуживцев. Вот, вытащил парня с танка. Ездил на боевое поле, на машине на боевой. Чтобы вытащить их оттуда. Он никогда не задумывался, когда человеку надо помочь. Он решительно прыгал в машину и ехал. Отслужив срочную, ефрейтор Бауыржан Алжанов связал жизнь с армией. Пошел по стопам деда, который защищал Сталинград и дошел до Берлина. В марте должен был контракт закончиться. Он собирался жениться. Девушка тоже рядом осталась беременная. Теперь ждем внучку. Не успел увидеть свою дочку даже. Указом президента старший лейтенант Дмитрий Поселенов был награжден орденом мужества еще при жизни. Но награду так и не увидел. У него осталась жена, дочка и сын, который, по примеру отца, хочет стать военным, чтобы защищать мир, за который погиб его папа. Всегда говорил, что это его призвание защищать родину. Так до конца и остался с этим выражением. Он в наших сердцах, нам и будет очень его не хватать. Для нас он герой. Всю жизнь будем помнить. Выполняя поставленные задачи, они отдали самое дорогое, что есть у человека – жизнь. Их подвиги вдохновляют современников и будут служить примером потомкам. Разделяемые горечь утраты, тяжело переживаем. И вместе с тем гордимся. Гордимся нашими героями. Награды родственникам погибших героев вручили военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Ваши сыновья, ваши мужья погибли героями. Они навсегда останутся в вашей памяти. В памяти боевых товарищей в истории Волгоградской области. Регина Федина, Александр Шишин. Время новостей.